принципе, все то же самое. Еще вчера дождик был, и все опять погружено. Ну, до выходных две машины, я не знаю, с Олейска приходили пожарные, они качали по улице строительные, и все, и не более того. Люди сами нанимают с машины по 4, по 3 тысячи платят, более-менее, чтобы хотя бы чуть-чуть уровень отбить.